Да, ребята, отжали у русских братьев вот такой аппарат. Трохи он стоит денег, наверное. Полный боевой. Будем надеяться, что больше он не будет стрелять по мирным людям украинским. И что эти русские, сука, блядь, загарбники отхватят такой пизды, что больше никогда в жизни не захочется, блядь, идти на украинскую землю. Тут стоит целая колонна, блядь. Это мы неподалеку находимся баштанки. Там стоит колонна, есть машина связистов. Еще чего-то непонятно, блядь. Но это, наверное, самое главное здобуток. Слава Украине! Смерть ворогам! Хай горять в пекле! Біля шоколадки на горі. Така біля дуже шикарна. Так, пуско зарядненька біля. Вещи валяються. Техника в рабочем стане. Что? Теперь надо договориться, кому это все отдать. Вона дуже срочно надо. А ну давай я буду звонить. Сейчас. Аккумуляторы на месте все. Да вон, дивись, боеприпасы на месте. Боеприпасы. Поставлені. Значить, снаряди, блін, всередині. Пацани, як там? Та ніяк, ключі набираємо, блядь. Ключі набираємо? Да. А чому метал? А чому? А хуй його знає. Зараз, блядь, не приймаєш ж нігде. Це ми на будущее. На будущее присматриваються. Та тут є... Тут есть к чему присмотреться. К нам тут железяк из Зомбаленда навалило. Одна. Зомбаленд. Вторая. Алло. Слышишь, Блаблакар? Ты не заблудился? Третья. Блаблакар. Третья. Вам тут не жарко кататься? А? Пацаны. Пацаны, что-то у вас, блядь, не те карты. Русский солдат, блядь. Иди нахуй. Бросили. Дезертиры, блядь, называются, да? На крыну стоят, там стреляют что-то, блядь. Ёб твою. Что-то стреляют. А вот я за рулем вот такой хуйни, блядь. Видите? Вот, смотрите. Вот у нас ракет такие. Вот стоят, да. Раз, два, три. Трех штучек не хватает. У нас военных нету, блядь. Нету. Все дезертировали. Но не воюют. С кем, кто, непонятно. Тоже освободители. А мамка выглядывает в окно, а ну, видишь, губступом занимается. О, мама дорогая. Зетки, тигры. Ой, ой, боже, посмотри, сколько этой нечисти. Действительно, все черное такое, противное. Ой. Боже, куда ж вы претесь? Вот наша машина стала. Что ж вам не хватает в этой жизни, а?
это ж как нуждаться? Зомбированный, зазомбированный. Зомби. Зондеркоманда. Это ж как надо нуждаться, чтобы попереть, грабить и убивать. Капец, боже. А там внутри пацанят. Это видео для наших украинцев. Показываю, как пидорасы пизду получили от наших хлопцев. Полишали все поуебывали. И для любителей, сука, русского мира, блядь, які ви хотіли зустрічати, бляха. Вот так вони їхали обстрілювати мирні населені пункти, вбивати наших дітушок. Уйобки, блядь. Покидали все, бляха. Все пидоры, блядь. Уйобували так, що, бляха, БК. Крази, машини новенькі, пушка лежить. Це ж не все, це просто частина цієї техніки, що вони кинули, бляха, ну дуже багато кинули. Повна деморалізація, повна. Повна деморалізація. Полонені розказують, що не знають, куди йдуть, воювати не хочуть. У них там бунти піднімаються. Можливо, десь є в нас проблеми в обороні нашої країни. Але я думаю, що воно все налагодиться. Касапня получить пізди по повній програмі, бля. Вони то Україна, їм буде згадуватися сотні років, бляха. Підари єбучі, бля. Для всіх слава Україні. Вони старбуються. Дорогі земляки, ви бачили, що вони возять санітарних будках. І тих санітарних будок вони наповнюють ось такі установки. Називається установка «Град». Як вас один? 21. Ви чули? Оце ж така херня, і вона летить у наші села і наші города. Ми знаходимося за Баштанкою. Але він не вспів випустити свій повний боєкомплект. Вони прийшли, воно звідти по полю, як ви бачите, стали тут засадом, з якого ми їли новобужане яблуки, і пускали в сторону Привольного свої снаряди. Добрий день, ми з України, бе. Непобідима руська армія с'єбується, як дітлахи, блядь. Понимаете? А нам рассказывают, что они непобедимы. Кузя, на тебе документы, собрать все документы. Вот все собирай. Выйди на тормозы, хоть минуту забери 120. Сейчас. Чего? А? Он будет работать! Ну шо вы, зайчики? Как дела? Третий панцирник за 10 дней войны уничтожили. Тоже был обстрелян. Сюда доехал и все. Все закончилось для него. Сейчас мы его уничтожим. Так что дивите, москалье, вам пизда. Ребята, это англия.